Приветствую, друзья. Вот станция Алан 38. Я уже частично работу ее показывал в ролике. Это 40-канальная станция 90-го года. АМ-модуляция, амплитудная модуляция. Made in Taiwan. Ой, господи, Таиланд. Вот. Тайская. 10.3.90. Значит, древний такой аппарат из органа управления. Что у нас здесь? High Power Low. Включение громкость. Squelch. Переключение каналов, которые работают вот так вот. Вправо-влево. Вот. Сам интересно реализован шумодав. Когда он включается, тухнет индикация каналов. Я сначала подумал, что станция, ну, не совсем рабочая. Но, как оказалось, все там нормально. Сейчас я ее разберу, покажу, что в середине. Ну, опять же, аппарат древний, поэтому ни о каких SMD-монтажах там не идет речи. То есть чистый такой дискретный монтаж. Вот, сейчас я покажу. Господи, ну, сейчас. Так, я переднюю панель снимаю. Вот, смотрите. Old school, короче, такой. Огромные размеры. Ну, в общем, считайте, радиаторы такие. Такая чисто сибишка. Только ее попытались впихнуть в корпус портативки, так называемые. Вот. Вот сейчас я покажу заднюю панель, сниму. Сниму заднюю панель. Значит, вот что у нас. Получается, вот кабель 50-омный идет к разъему антенному. Через всю плату здесь уже подключается. Вот. Но судя по вот этому конденсатору трубчатому, да, я так понимаю, что здесь, скорее всего, меняли сетку, не сетку, а смещали на 5 кГц, потому что у них же европейский стандарт плюс 5 кГц, а у нас нули. Поэтому, я так понимаю, ну и судя по тестам, она работает в нулях. То есть вот этот кондерчик, я так понимаю, смещает частоту. Вот. Надо будет, может, еще разобраться. Залили вот этот клеем. Любители клея. Ну, вот такой аппарат, в принципе, не сильно и укороченный. Отлично работает в амплитудной модуляции. 10 аккумуляторов типа 2А. Вот. И получается такой дикий-дикий кирпич. Очень большой. Ну, а с другой стороны, необычный дизайн, старая станция. Конечно же, займет достойное место в музее. Продавать я ее точно не буду. Не планирую, по крайней мере. И вот такой отличный аппарат. Интересный, необычный. Вот если сравнить размеры сейчас до наших портативных станций, то, ну, в общем, разница очевидна. Вот такой вот аппарат из прошлых. Из прошлого, из 90-х. Вот. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайки. Не понравилось — дизлайки. Комментируйте. Желательно адекватно. Вот. И всем спасибо за просмотр видео. Всем три и до свидания. Всего доброго.